И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем на рыбалку. На тупейшие занятия в этой игре, если честно. Как по мне, рыбалка на болоте. Ну давай смотреть, что куда мы идем. Здорово! Где? Где рыбалочка? На рыбалочка, мать его за ногу, нифига как далеко. Опять через пол карты лететь. Ну, погнали, только теперь телепортируемся на СВ, я думаю, куда-то в тот район. Ну, почти. Почти. 1300 метров, это, конечно, все равно дофига. Но не так-то уж и много. Хо-хо-хо-хо-хо. Смотри, альфа. Куропатка, иди в задницу отсюда. Слышь, уродина! Че, насекомые тут? Офигеть, альфа! Офигеть, альфа! Прикинь! Я первый раз альфача нашел! Обалдеть! Ну и кого сюда призвать? А кого мне нужно подкачать? Больше вопрос в этом. Ну ты серьезно? Прут же сюда и прут. Прут и прут. Ну, прут и прут. Ну, господи, прости. Так, кого я хотел бы подкачать? Ну, вообще, конечно же, мелкого подкачать. Но... Камон. За мелкого надо на базу тусить. Вот этот элемент ему давать. Все дела. А тут как бы вот и погнали. Мочить. Большую заразу. По два наносит урона, понимаешь? В моем шлемаке наносит просто по два урона. Обалдеть. Сколько ж насекомых тут повылазило? Ну-ка, трупик сожрете? Ну и дебилы. Да. Че, мне дропнулось с него? Ну, я так скажу, с него мне дропнулось больше, чем с дудошек. Да и не сильно-то уж и подкачал его, если уж на то пошло. Кстати, пахаться нужно было на эску. Это был бы лучший вариант. Потому что я вот где сейчас нахожусь, да, это примерно ТП-хамеска. ТП-хамеска, блин. ТП-место эски. Ну вот. Поэтому, как бы, да, нужно было сюда ТП-хаться. Это был самый, но лучший вариант. Так. Братан. Так, подожди, мне надо от этого-то. И на нейтралочку тебя. Кстати, что ты там у тебя за шапочка-то такая? О, хорошая у тебя шапочка. Тут поломана уже вся. Ну, что поделаешь. Короче, погнали на рыбалку. Врубаем гамма. И поперла рыба. Прям конкретный жираф, да? По раскраске. Офигеть. Прям реальный жираф. Вопрос немножечко в другом. А, во! Мне сеть ждали. Ёшкин кот. А я не вижу ее. Ё-моё, ты что пролагал так? Ты что, так по одной будешь ловить? Ха! Ха! Ну тяни, тяни, тяни. Ты чё? А, окей. Я понял, ты так не тянешь. Я! Ловись! Хач! Поймал! Давай! Ну ладно, слушай, это уже поинтереснее рыбалка, чем вот та тупость с этим была. Ой, как подлагало, это жестко. Это что там за такое? Фиоми? А, вы там с этим мочкаетесь? Хорош мою рыбу убивать, скоты! Ну, здорово!
Хоп! А он что, только по одной рыбе может ловить? Ну это же тупо. Я хочу все рыбы ловить сразу. Сразу и много. Пиранья, иди нафиг, тебя ловить нельзя почему-то. Это тупо. Ну, давай уже зацепи за кого-нибудь. Да в смысле ты не хочешь цепляться? Да что ты пальцем не щелкаешь, собака? 30 кг всего поймал. А, ну ты еще можешь пустую выловить, что ли? Вот это серьезно сейчас было. Откровение. О, поймал. Это я так скажу, не так уж что-то и легко. Не, хорошо, здесь сети бесконечные. Оп. А здесь сразу две поймал, что ли? О, да, 16 кг. Прикольно. Вот почему? Здесь вообще никого не поймал. Да карту что ты пальцем щелкаешь мне? А, это Вираптор, фиг с тобой. Ну, чё-то пока что не очень. А, понятно. Они загораются для меня желтым, типа, когда они это... То есть я могу их вытаскивать. Окей. Точнее, те, кто попали под сеть. То есть я могу немножечко подождать, и типа, возможно, больше поймается. Допустим. Почему он туда вообще не может? Да ты серьезно, что ли? А почему он этих не может поймать? Ну вот же они у тебя. Здесь. Лови прям. В упор. Почему он не может поймать? Хм, интересно даже. Ну я так скажу. Мой гигантопитек, по-моему, это больше поймает, чем я. Такими темпами. Ладно. Чё-то какая-то фигня. Давай по новой. Вот это мне еще непонятно. Типа она бьется об воду и... Так, ну в целом понятно. Если впишет 0, то значит 0. Вот, 1. Отлично, хотя бы 1. Ой, так разберусь, как этой долбанной сетью ловить. Оп, сразу две. Прикольно. Ну, хорошо. Надо, главное, разобраться, как вообще эту сеть уловить. Ну, соответственно, там-то мне нужно будет еще больше ловить. Это мне сейчас надо практиковаться ловить ее, чтобы это... Ну, там я имею в виду под беткой и альфой. Если здесь 100, там, я думаю, что-нибудь 150 и 250 нужно будет веса ловить. Ну, то есть, соответственно, мне сейчас нужно практиковаться, чтобы это... Ловить их по несколько штук. По одной штуке я там дофига кг не вытащу.
Ну и, соответственно, если я ловлю, то есть чем ближе к себе я кину, тем лучше будет, да? То есть как бы логично, типа, она быстрее выловится. Но я не понимаю, почему она вот сюда. Иногда, вот, ну сами видите, он просто хоп и ударяется об воздух, об поверхность, как сейчас. Почему это так срабатывает? Сейчас просто я поверх рыбы кидаю. Вот что за нафиг? Непонятно. Непонятно, как это работает, но сами видели, сколько сейчас попыток просто впустую. Хотя кидаю прямо на них. Ну вот в этом плане это, конечно, тяжело. Ну, здесь хорошо, здесь можно отмену сделать, типа, на правую кнопку мыши нажимаешь, и он отменяет ее, типа, как бы. Вот и как это? Непонятно. Сеть, она очень тупая, если честно. Прям очень в этом плане она тупая. То есть ты как бы просто, вот сколько я вот уже кинул впустую. И непонятно, как она все-таки работает. Вот сейчас зацепил. То есть те, кто были непосредственно в сети, он не зацепил. Те, которые просто было далеко от сети, ее просто притянуло, потому что так надо. Да. Ну, блин, ну вот с этой я возиться буду очень долго. Если там нужно прям убер дофига и за то же времени, я прям очень долго буду возиться. Пока не пойму, почему она разбивается об воздух, ну, назовем так, то есть, как бы, падает на поверхность, и так, пумс, и ничего. То есть, пока я вот это не разберусь, я так и не пойму. Вот это вот почему происходит. Вот, тут аж протянул. Ну, короче, понятно, лучше туда вообще не кидать, не тратить время, вот и все, что я в этом плане могу сказать. Чтобы реально уже не тратить время. Лучше одна пойманная рыбка за попытку, чем вообще ничего. Оп, красота. И что вы получили? Класс, светящаяся палочка и еще какое-то говно. Ну, типа супец, я думал, вот это получил. Супец, вот он. Супец красивый. Красивый супец получил. Кайф. Ну ладно. Ладно. Погнали на бетку. Сейчас попробуем еще бетку на камеру. Альфу, я думаю, буду уже вне камеры ловить, потому что... А, тут общий вес уже 200, то есть альфа там вообще забей, там уже будет под 400, ну может 300, 400. Вот сейчас что было, он просто две крупные рыбы ловит, короче. А сейчас что? Вот как это работает? Опять две рыбы цепляются, он просто... Надо прям успевать, что ли, в этот момент свернуть ее. Ну, это как минимум тупо. Давай, хорош, своими паклями махать. Каждая секунда на счету. 5% поймал из того, что нужно. За времени куда больше, чем 5%. Не понимаю. Отлично. Ой, я не понимаю, как это порой работает. Вот сейчас он две поймал. Красота. Ну, хотя бы так, знаешь, тут уже просто вариантов нету.
Хотя бы так поймать, и на том уже будет хорошо. Может одна, может две будет. Ну, типа, хоть что-то. Ну, бесит она меня, бесит этот тварь, тут этот торчащий из воды. Давай, хорош махать по кляме. Мы даже половину не сделали. О, аж две рыбы сразу же. Кайф. Братан, спасай. Мне нужна твоя помощь. Ага. Вау, три рыбы, да ну нафиг. Красава, давай. Прям мочи их все. Ача. Что-то я перестарался, вот занырнул. Так, Q-Equipmission. Ну я жму Q, мать твою. Блядская миссия. Не, по-моему, нормальная рыбалка. Я считаю, рыбалка удалась. Ты просто вот ловишь тучу рыбы 250-го левела. Я считаю, что рыбалка прям топовая удалась. Просто если что, у меня забагалась миссия, кто не понял. У меня забагалась миссия, и у меня теперь сеть не вылазит. Мне надо подождать, пока закончится. Кстати, не факт, что подождать, подожди. Ну-ка. Ага, заебись. Посмотрите инвентарь. Ну, в жопу себе посмотри. То есть я вот жму на Q, у меня сейчас просто влазит пистолет. Я считаю норм. Вот прям рыбалка топовая. Ну вы посмотрите. Ну здесь больше явно 200 килограмм. Чё мне миссия не засчиталась? Я не знаю. Я не знаю, не знаю. Не знаю вообще прям. Даже вот не влезло, сколько я наловил рыбы, а? Пять рыбок. Это что-то с чем-то. Перешел к немного другой тактике. Может, канает, не канает, но... Если вот так закинуть, типа сеть, и подождать... Иногда за нее цепляются еще дополнительные рыбки сверху. То есть ты как бы закидываешь, что-то поймалось, ждешь, и оп, уже не одна, а три. Но это единственное, что хоть как-то может спасти мою жопу от припекания и стул от прогорания. Но, типа, опять-таки же, да, ну, не всегда это, как видите, канает тоже. И до сих пор еще не понял, почему... сеть разбивается об воду. Ну, в смысле, разбивается это вот. Упало и разбилось. И вот это тоже непонятно, типа, не надо так срабатывать, фигня. Ну вот как-то так. И хоп, и три уже. Ну, хорошо, это хотя бы попытка уже более или менее, и... Следующая попытка, если в так будет все хорошо вести, то уже есть шанс, что просто я пройду бетку. Да, это еще все еще бетка, если что. Я решил вас не мучить 20 минут, там 20-30 минут, как я пытаюсь поймать в бетке. А потом еще полтора часа, как пытаюсь поймать в альфе, да, то есть как бы, ну, вот этим пытаюсь, точнее от этого пытаюсь вас отгородить. Хе-хе, давай по новой, это же так клево. О, 4 рыбы. Да, это клево. Ой, кошмар. Ну, это самый максимум, что у меня вышло. Бетка так и не поддалась. Я просто делать нефиг уже включил альфу. Но бетка так и не поддалась. Я не знаю, в чем прикол, но вот как-то
Так, я последний раз, короче, пробую в эту. Вот она поначалу что-то пытается вести себя как адекватная миссия, а потом начинает просто становиться какая-то жопа, и ты типа ничего не можешь с этим поделать. Ну, типа, сотку я могу поймать. Прям без проблем. А вот все остальное что-то уже выглядит как непонятная фигня. Ну, очень часто она просто разбивается об воду. То есть сеть прям очень часто разбивается об воду. Сейчас, кстати, стало меньше. Я не знаю, с чем это связано, но сейчас стало меньше. Это прям мне очень экономит мои нервы. Ух, аж две. Вот, но как-то так. В общем, последняя попытка. Давай пробовать. Вот так, вот про это разбитие я говорю. То есть, как бы, вроде бы она что-то где-то как-то, но нет. А еще непонятно, как вот, вот он сейчас поймал вроде бы в сеть, и сеть не... Ну, точнее, исчезла сеть. Ну, тоже непонятная фигня, как бы. Тяжело понять, как работает эта механика, если честно. Точнее, я понимаю, как она работает. Опс. Я понимаю, как она работает, но я не понимаю, почему вот это вот... Ну, сейчас вот просто три он меня поймал и такой... А, не, погоди, нет, давай переиграем. Вот, это так работает, но, наверное. Только хотел сказать, это самая хорошая попытка с меньшим количеством таких багов, но нет. Просто три в ряд подряд, у меня просто сеть разбивается об... Это вот, еще пошло. То есть, как бы, я не понимаю, как это работает. Почему он просто разбивается об воду и исчезает. То есть, как бы, как это работает? Ну, может, как-то это можно объяснить. Ну, блин, извините. Я это объяснить точно сейчас. Прямо сейчас не могу. И уж тем более понять, как это работает. Давай будешь на живца. Будем на живца ловить, короче. О, поймал. Да ладно. Вот. И разбился. Нет. Давай на живца ловить. Вот почему пирашки, кстати, не ловятся, пираньи. Они вообще-то должны ловиться. Это я точно прекрасно знаю. Но они не ловятся. Ну, по крайней мере, в этой миссии. Ой, забей, короче. Эту я миссию тоже не пройду. Уже дофигища времени прошло, у меня даже половины нету. Я даже тот рекорд в 150, по ходу дела, не побью. Свой. Ну, как-то так, что поделаешь. Да уж, ну, рекорд я побил, но от этого мне легче ни капли не стало. Миссию-то я не прошел. Ой, ладно, раз уж я почти добился такого результата, давай еще разочек попробуем. Но почему пираньи не ловятся, я не знаю. О, что-то мне начало уже настолько нравится, что я не хочу даже пытаться. Ху-ху-ху, 4 рыбки. Ну вот. Так бы почаще ловилось, прям как положено ловиться рыбе. То есть ты бросаешь их в стак рыб, и эти рыбы ловятся. Я кидал обычную сеть, то есть как бы просто так кидал сеть, ну, в игре. И она примерно так вот и ловится. То есть ты кидаешь в кучу рыбы, и она ловится. То есть, если она у тебя попала под сеть. А не вот так, что просто исчезает, или ты кидаешь в кучу, это, а толку ноль. Я не знаю, как это вообще должно работать, но я точно могу сказать, здесь она работает неправильно. Даже по правилам игры. Она работает неправильно. Вот и черт его знает, как это должно быть. Еще обезьяна куда-то побежал. Дебилёхонький, что поделаешь. Ну вот, шапку потерял. А пираньи, она ловит сеть.
Это я точно знаю, я пираний ловил сетью. Ой, не, забей. Это даже если я сейчас что-то много поймаю, вот сколько раз у меня сейчас сетовалось, об воздух ударилось. Бесполезно. Я не думаю, что за полминуты я поймаю 50 кг рыбы. Особенно если она так будет вот разбиваться. Сеть. Ну, как говорится, нет, так нет, что поделаешь. Господи. Зато смотри, какой кадр, бляха, муха, был хороший бы, если бы не нужно было кликать. Вот как-то так. Пофигу, пофигу, нафиг эти миссии. Дебилёхонькая миссия в этом плане. Ну, я не понимаю, как это работает, вот честно. Сеть, вот просто так кидая сеть, она работает по-другому. Не так, как вот это. Почему так? Не знаю, ну и пофиг вообще. Не хочу я проходить миссии, на которые просто ты убиваешь тонну времени. Даже миссия с убийством тучи мобов и то интереснее выглядит, нежели вот это вот и все. Это дрочь. А миссия с убийством мобов, там уже скилл. Да, там типа наносишь меньше урона, все в таком духе. Но там ты уже от твоего скилла будет зависеть, убьешь ты их ты или не убьешь. А здесь это просто дрочь. Повезет, не повезет. Повезло, игра не багнула. И ты поймал много. Не повезло, ну лох, это судьба. Получается судьба. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Мне, конечно, делитесь моими видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.